Отношения дружбы и братства между Азербайджаном и Казахстаном поднимутся на новую высокую ступень. Об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе встречи один на один с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Баку. Глава государства выразил уверенность в том, что визит лидера Казахстана в Баку внесет значительный вклад в укрепление взаимодействия двух государств. В свою очередь президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что по итогам переговоров будет подписан ряд документов, которые выведут двустороннее сотрудничество и казахстано-азербайджанские отношения на новый этап развития. Между тем, за особый вклад в укрепление и развитие двухсторонних политических, экономических и культурных отношений между двумя странами президент Касым-Жомарт Токаев наградил президента Ильхама Алиева высшим орденом Казахстана «Алтын Кыран» «Золотой орел». «Я рассматриваю эту награду как уважение всему азербайджанскому народу», подчеркнул глава Азербайджана Ильхам Алиев. Президент Ильхам Алиев и президент Касым-Жомарт Токаев также ознакомились с проектом Центра развития творчества имени Курмангазы, который будет возведен по поручению казахстанского лидера. Токаев отметил, что центр станет подарком азербайджанскому народу, олицетворяющим дружбу, братство и взаимную поддержку. Двухэтажное здание площадью более 3000 квадратных метров, рассчитано на 600 учащихся. Строительство центра начнется с сентября этого года и завершится в 2023. Ключевыми направлениями работы центра станут вокалы, музыкальные инструменты, роботехника, 3D-моделирование, фото- и видеосъемка. В свою очередь президент Ильхам Алиев выразил благодарность казахстанскому коллеге. Затем состоялась встреча президента Ильхама Алиева с президентом Казахстана в расширенном составе, и после завершения встречи лидеров двух стран были подписаны ряд документов между Азербайджаном и Казахстаном, в том числе декларация об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия, а также комплексную программу развития сотрудничества между республиками на 2022-2026 годы. После церемонии подписания документов президенты Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев выступили с заявлениями для прессы.